В Бишкеке в частном детском саду Айтилек, расположенном в жилмассиве Акоргом, в котельной произошел взрыв. В результате пострадал парень 99-го года рождения. Он был доставлен в больницу с ожогами ног и бедер. Причина пожара выясняется. За прошедшие сутки в Оше возгорелась квартира на 4-м этаже. Пожар тушили более 1,5 часов. Из многоэтажки эвакуировали жильцов. На месте работали пожарные, медицинские и городские службы. В результате пострадали женщина и мужчина. Они отравились угарным газом. Топить печку нужно крайне осторожно. Не перекаливать и не закрывать вентиль. Несоблюдение таких простых мер может привести к пожару. В частном детском саду Айтилек, который расположен в жилмассиве Акоргой, произошел взрыв в котельной. В результате взрыва пострадал молодой человек 1999 года рождения. Пожар получился 2:30. Я попросила сына, чтобы печку растопить. Так как такого холодно было. Сын пошел, растопил, пришел, обратно зашел, еще хотел ведро бросить, он взорвался, горячая вода. Все, он ожог получил, в больнице лежит. Все, больше ничего, никто, даже у нас ничего не сгорел. Там топки что было, то потом и пожарники через 10-15 минут пришли. Несоблюдение правил безопасности привело к возгоранию и в многоквартирном доме в Оше. На тушение прибыли 3 пожарных расчета, спецтехника, ряда служб и спасатели. Эвакуированы 25 детей и 35 взрослых. Площадь возгорания составила 26 квадратных метров. Основная причина пожара – это неаккуратное обращение с электрооборудованием, несвоевременная очистка печей, несоблюдение правил пожарной безопасности. Большинство пожаров зарегистрировано в жилом секторе. К отопительному сезону готовиться нужно заранее. Если в печке нашлись неисправности, ремонтировать ее должен квалифицированный печник. Дымоход от сажи следует очищать не реже 1 раза в 3 месяца. За 9 месяцев 2020 года по республике произошло 1740 пожаров. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров уменьшилось на 42,8%. При пожаре спасено 43 человеческих жизней и сохранено материальных ценностей на сумму в более 2 миллиарда сомов. От общего числа пожаров более 62% происходит в жилом секторе. Айтолкун Сулпуева, Им Джумалиева, Джанадиля Бубакирулу, ЛТР, Бишкек.